Символ олимпийской эстафеты – городская чаша, передана в дар Ивановской области. 17 октября, когда факелоносцы понесут огонь через областной центр, чаша будет находиться на площади Пушкина. 18 октября в Плесе пройдет своеобразная церемония прощания региона с олимпийским огнем. По окончании мероприятия чаша станет почетным экспонатом в музее Ивановского спорта. Правда, самого музея пока еще нет. Открыть его планируют в строящемся дворце спорта. Стоит отметить, что по дизайну чаши и факел очень схожи. Цвета красный и серебряный символизируют лед и пламень. Раньше во время эстафеты чаши олимпийского огня переезжали из региона в регион вместе с олимпийским огнем, вместе с олимпийским факелом. Ингосстрах решил нарушить эту традицию и в дар региону, чтобы была память для потомков, чтобы не только спортсмены, но все жители нашего города могли полюбоваться, увидеть и запомнить эту великолепную сюрреалистическую, которая ассоциируется с факелом, с пером жар-птицы, чашу.